Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть в Ведьмак. Так. Продолжаем играть в Ведьмак, Ведьмак, Ведьмак. Так, а куда мы бежим? Где у нас? Блин, забыл уже, что тут делаться. Так, малинник. А, я оттуда убежал. Куда мне надо? Проход к деревне. Костер. Нет, мне надо к проходу к деревне. Блин, долго не играл уже и позабыл, как и чё тут. Такой перерыв. Немного Макс Пейном разлегся. Ну, очень даже, знаете ли. И где у меня там? Нет. Ага, вот, все правильно, я бегу. Да мать его. Вот она. Так. Давайте. Такс. Нам сейчас надо кого? Наверное, жениха. Кто он там? Ревница. И так уже всех порешили, так что же. А хотя нет, нам вроде бы лютик нужен. Мне бы хотелось съесть. Смотрим. Где ты, мать его? Геральт? Не знаю, как помочь духу Алины упокоиться с миром. В руки Алины самым загадочным образом попало зеркало Нихалена. Такими зеркалами пользовались пророки и ясновидцы, потому что они безошибочно, ну хоть и путанно, предсказывали будущее. Алина довольно часто обращалась к зеркалу. Зеркало не помогло. Алина все еще парит над полями. Может быть, оно утратило свою силу? Может Нет, быть. Алина вспомнила, кто она такая, но отказывается принять свою смерть. Как мне ее убедить? Может, она должна встретиться с сестрой? Есть одна проблема. Селина полуночница и появляется только ночью. Селина. Знакомые глаза, лица, черты. Алина, неужели это ты? Что-то это мне не нравится. Селина звучит лучше. Хватит, сконцентрируйся. Баллады будешь потом писать. Что уснуть по ночам Адаму мешает? Неплохо. Говорят, магия и искусство тесно связаны. Итак? О чем должна быть поэма? О смерти. Дух Алины витает в полях. Она должна осознать, что она мертва. Не каждый день такие указания поступают. Но ведь я профессионал. Не провоцируй ее, и без всяких там шуточек. Мне нужно время. Поэма должна быть готова к закату. Встречаемся на полях до наступления темноты. Так. Блять, а где тут выйти-то? Пробуем. Сейчас выйдем, зайдем или как? Так. Я могу чем-то помочь? Да пока нет. Так. Ага. Все, ладно. Идем в поля. До наступления темноты, значит. Так, так, так. Волки срали где елки.
Так. Мы ее обошли просто. Прощай. Полуденная невеста. Мать идти. Мне где-то переночевать надо. Блин, опять этот труп. Меня, кстати, вот этот труп что-то немного калит. Что-то погорячился, да, куда-то убегая. Хан. Балиса. Так. Господи, еще это. Отключись. Еще этот балаболка тут тоже. Не поняла она. По времени что у меня? Где? О, 10 утра нахрен. А мне что, до вечера надо, наверное. Я так думаю. Ладно. Блин, когда вот к завершению-то пойдет игра? Вот, блин, когда было времени до хрена, почему бы? Здесь воняет. Воняет. Чего? Так. Чё мне надо? Лишь сигаретку, так. Ну, вот так. А где я могу переночевать? Я у тебя могу переночевать? Он, блин, тварь такая. А ведь я тебе помогал. Сейчас бы была бы заместо тебя здесь неизвестная ведьма. Ладно. Чем могу? Так, где могу найти так? Какие-нибудь. Ты не слышал? Дочь Салтыса Алину нашли мертвой. Это. Что-нибудь. Чем могу Еще. Да? Так. Я бы. Конечно. Медитируем в это время. Так, что у нас? Белый мед, чайка, вьюнок, ива. Вот кошку можно. Где у меня тут кошка? Филин вол. Так, вьюнок есть. Филин есть, филин есть, филин хватает. Так. Что у нас тут? Давай. Кошка. Одна кошка. И один вьюнок. Вот так вот. Где тут? Блин, забыл. Забыл. Я могу чувствовать. Лейта, скрипач. Юлиан.
А где Лютик? Нету. Где дверь, мать его? Замуровали демоны. Так, надо сохранить. Так. А вот так, сохранить. А вот эти удалим. Так. Чтобы они нам не мешали и нас не смущали. Ну давай. Горцующий пони. Блин. Два меча и топор нахрен. Ладно бы он у тебя весил килограмм. Ну что-то я сомневаюсь, что он столько весит. По полям, по полям. О, Лютик. Ага. Будь спокоен, что ты как ведьмак на шабаше. Спокойно. Смотрите, как рвется петь. Призраку, кстати. О, стальное очко-то. Ямп или дактиль? Или может быть что-нибудь новенькое? Я растерял все вдохновение. Какой кошмар. Геральт? Конечно. Как там поэма? Может, перенесем все это на завтра, а? Слишком поздно. Придется тебе импровизировать. Ну-ка, тихо. Мистер Лютик, вы ведь будете Дверь. Играть меня на свадьбе? Мы с Геральтом сочинили небольшую поэму на два голоса. Не тихо. Желаете послушать? Что? Продолжай. От кровати, наверное. Стиснуты зубы, опущены веки, сердце не бьется, а леденело. Здесь он еще, и не здесь уж навеки. Кто он? Он мертвое тело. Живы надежды, и труп оживился. Память зажглась путеводной звездою. Видишь, он в юность свою возвратился. Ищет лицо дорогое. Затрепетали и губы, и веки, и появился в глазах жизни признак. Снова он здесь, хоть не здесь он навеки. Что он такое? Он призрак. Хватит, хватит. Селина убила меня. Моя душа не обретет покоя, пока моя смерть не будет отмщена. Ничего себе. Ты-то что здесь делаешь? Да. Да, встретились. Вау, встретились они. Алина, это я, Селина. Видишь, смерть отмщена. Селина, не вини себя. Я знаю, ты не хотела меня убивать. Ах, Алина, мне так жаль. Правосудие свершилось. Я обречена бродить ночами по полям до скончания времени. Не так плохо, если удалось снять проклятие с Алины, есть шанс. Ты поможешь мне, ведьмак? Я попробую. Зачем я спас Абигайл? Потому что ее чести и добродетели что-то угрожало? Нет. Потому что нарушили закон? Нет. Я выбрал меньшее зло? Нет. Преподобный и его паства сделали выбор. Я ведьмак, я не осуждаю, не наказываю, решаю человеческие проблемы.
не всегда мечом. Все правильно, не всегда мечом. Беловолосый странник, подобно мне гонимый ветром. Зачем ты тревожишь мой покой? Мне бы хотел тебе помочь. Я бы хотел тебе помочь. У тебя благородное сердце, а я проклята навеки вечные. Если я найду способ помочь, я вернусь. Ты ненавидишь меня, как и все остальные. Горе мне, горе! Ну, беги тогда нахрен отсюда. Давай еще разок. Вот и все. Успокоилась? Ты мерзопакостная бабка. Где у тебя там? Геральт? Это еще что такое? Неплохо получилось, правда? В следующий раз избавь меня от своих вдохновений. Но ведь сработало. Сработало. Так, 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 сваливаем, сваливаем. Где у меня карта? Что это? А вот я туда и... Туда и сваливаем. Только... Где конкретно он? Вот сюда. Правильно, хоть? Правильно. Так, проход к берегу. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, где тут убрать меч-то? Один-один, что ли, или что тут? Забыл. Сейчас сил поднаберемся. Ты что за мной бегаешь? А я вот если так быстро побегу. Ага. Вот так. Пусть занимаются. Чтоб не расслаблялись. Не факт, конечно, что они помрут. Но все может быть. Где у меня проход, проход, проход. Склеп. О, проход к деревне. Надо было пойти сразу, пойди к деревне бежать. Вот это проход к деревне. Стой. Где? А, чуть дальше склепа. Понял. Ну, пусть его там сожрут, если хотят как-нибудь да отмашиться. Это его проблемы. Так. Вроде основное такое мы здесь решили, как мне кажется. Дополнительные квесты я не брал.
А ты мне вообще нужен был? Кто у нас тут игрок? А, это я игрок. А это кузнец. Дома Алины, дома Адама. Так, корова, пекарь. Это кто? Дорога к таверне. О. Идем к таверне. Так, а я где-то здесь же, да? Я устал. Так. Вот она. Таверна, таверна. Так, в полях, я так думаю, мне больше делать-то и нечего. Там вот были квесты, которые уже решил. О, отсюда объявления я не брал. Нахрен они мне нужны. Помогаторы. Даже не своровать ничего толком-то. Кому бы тут за... Только вот этот соседи. Скотина мне, по-моему, нужен. Геральт? Я сделал все, что мог для Алины. Как это случилось? Душа Алины обрела покой. А Селина... Я ничем не мог ей помочь. Благодарю тебя, Геральт. Я опустошен. Всего несколько дней назад я был... Никто обо мне не спрашивал. Нет. Ах, да, конечно. Король-рыбак. Кажется, он хотел тебя видеть. Благодарю. Прощай. До свидания. Так, вот теперь идем к королю-рыбаку. После того, как задание завершили. Так, надеюсь, меня-то никто не тормознет. Почему с мечом бегать быстрее, чем без меча? Вот это вопрос вопросов. Опять же, скорость бега зависит от положения меча. Вот на плече. Оп. Он так бежит. Но стоит меч чуть пониже сделать, еще быстрее. Но если мы его в бок сделаем, то прям... Охренеть. Ты опять здесь? Мелкий говно. Это знаю я давно. Ходишь, сидишь по углам и не даешь покою нам. О, живой. Что ему будет? Виверны. Недавно только появились. Бежит, бежит за мной. Ну далеко бежала, смотрите. И Альвин там еще. Сожрите его, суку. Задрал уже. Король рыбак. Блин. Надо к костру идти тогда, получается. Смелая девочка. Ну реально смелая. Так же как Альвин. Ну тут-то балбесина, а ты-то чё? Так. Наяда. Так. Медитируем. Не медитируем, а медитируем. Вот.
почему бы и нет? Не убудет. Ла-ла-ла-ла, вот ты, господи, беспечная девочка. Как я тебе завидую, мне бы твои проблемы. А не вот это все. Говори. Что там такое? Совсем не понимаю. Ладно, я попробую догадаться. Тогда я пошел. Мог бы и сказать. Что задание обновлено, Альвин? Нахрен он мне нуждался? Пошали. Давай, пропускай. Отметь. Так, подождите, сохранюсь. Все, сохранился. А чё это за шум такой с бумом? Ну, смотрите-ка. Эх, растоптаю голубей. Не, вот сюда. Убери ты, господи, оружие. Да? Чё, да? Ты же меня звала. Госпожа, похоже, в темноводье нуждались в моей помощи. Это правда. Поэтому тебя привело сюда предназначение. Мы должны поговорить. Естественно. Я богиня. Ты меч предназначения. Смерть уже много лет идет за тобой. Возможно. У меня есть для тебя дар. Дар владычицы озера. Что это за дар? Что за дар? Меч. На колени. Геральт из Ривии. Ну, перед богиней можно, особенно перед такой красивой, чего нет-то. Ты прошел долгий и опасный путь. Ты проявил храбрость и доброту. Я произвожу тебя в рыцари. Угу. Без страха встречай своих врагов. Без страха и упрека. Защищай слабых. Не лги даже под угрозой смерти. Вот твоя клятва. Я посвящаю тебя в рыцари. Белый волк, впереди у тебя долгий путь. Я вижу смерть и кровь. Я вижу снежную бурю. Прими меч в знак моей симпатии. Это был меч великого воина. Он века лежал в глубинах, ожидая тебя. Госпожа. Ну, понятно. Спасибо, госпожа. Иди, белый волк, сделай, что должен. Да сбудется твоя судьба. Итак. Вот он, мой меч, да, новый? Или нет?
Ну, как бы то ни было, спасибо тебе. Плывем обратно. Вон оно, чё, Михалыч. Так, где лодка? Беренгар? Я рассказал главному, как найти Каэр Морхен. А потом я помог им в их исследованиях. Я охотился на зверя из предместья, когда они схватили меня. Я спасся. И потом работал с Калькштейном, чтобы пробраться в башню на болоте. К сожалению, они нашли меня. И во второй раз были уже совсем невежливы. Чтобы спасти свою шкуру, я согласился найти для них Альвина. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хотел тебе в лицо сказать. Увидеть этот знаменитый ледяной блеск. Ты ненавидишь то, что с тобой сделали ведьмаки, но ты помогал преступникам, которые экспериментируют. Сгинь с глаз мы. Не мне тебя... мне тебя судить. То есть ты понимаешь? Ты не обвиняешь меня? Да нахрен ты мне нужен? Я не могу одобрить твой выбор, но я понимаю. То есть? Делай то, что считаешь нужным. Я не твоя нянька. Возьми это. Мы еще встретимся, Белый Волк. Че, взял? Письмо. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, где письмо. Вот так. Отправляюсь в Изиму. Блин, все время забываю. Так, ладно. Сейчас этот шум хотя бы исчезнет. Да мать его! Берег озера. Геральт из Ривии. Я слышала, что ты умер. Извини, но я не помню твоего имени. Белая Райла. Что ты здесь делаешь, ведьмак? Убиваю монстров. Все как обычно. А ты не видел здесь команду эльфов? Да откуда? Ни одного. Следи за своими словами, ведьмак. Ты ведь мне неуязвим. Ты мне угрожаешь? Нет, просто помогаю избежать серьезной ошибки. Ты тоже следи за словами. Я не какой-нибудь там голодающий эльф. Без сомнения, вы зима в огне. Нелюди превратили ее в зону военных действий. Долг требует, чтобы я уничтожил отряд, которым командует Терувь. Мы знаем, что они засели в деревне и взяли заложников. Будут большие потери. Странно от тебя это слышать, учитывая, что ты водишь дружбу с Еевином, этим убийцей. Эти крестьяне давали им еду и кров. Я не позволю тебе убить этих крестьян. И что? Нападешь на нас всех? Отлично. Не нападайте, пока я не вернусь. Даю слово. Так. Ну-ка, пошла вон. Люди в опасности, значит, да? Что ж. А что ты сразу сюда падаешь? Так, вот сюда. Может, из-за того, что приходится против группы людей сражаться, поэтому он так быстро бегает. Я так думаю. Вот в этом положении сила, скорость против нескольких противников. Давай. Только сначала я сохранюсь, уж извините. Так. Вот так.
Перепишем. Такс. Что меня тут ждет? Лютик. Геральт! Лютик. Эльф и Торувьель захватили заложников в деревне. Что нам делать? Я поговорил с Райлой. Она возглавляет рыцари Ордена. Геральт, среди заложников Альвин. Я знаю. Я буду ждать за домом Салтыса. Когда будешь готов, приходи туда и скажи, что мне делать дальше. Хорошо. Я попытаюсь договориться с Белой Райлой и Торувьель. Ты справишься. Да. Так. Это я не понял, а где? Где? Люди. Заперто. А, вон они. Подожди, надо сохранить эту хрен, знаете, как оно обернется. Неизвестно теперь. Геральт из Риви. Что тебе нужно? Я возглавляю отряд, который Еевин выслал на помощь Торувьель. Как видишь... Отряд, созданный на золото, украденное из банка. Это не важно. Вы не оставили Торувьель другого выхода. Торувьель стала живым символом нашей борьбы. Ради чего? Нет, ради справедливости. Ради справедливости. Так. Когда это все закончится? Боюсь, эти эльфы убьют всех нас. Все умрем. Спасите нас, Милсдайгер. Да? Ты в порядке? Нет. Я себя как-то странно... Ожерелье у тебя? Да. Я его все время ношу. Они сражаются за свою свободу, за идеал. Они сражаются... Я запомню это. Я должен поговорить с Торувьель. Так. Только... А вот она. Геральт? Я хочу предотвратить... Бойни не будет, если они нас отпустят. Ты могла бы оставить детей в покое. К сожалению, не могла. На этом берегу стоит Белая Райла. Трупы крестьян ее не впечатляли. Торувьель. Я знаю, ты друг. Я рад. Помоги нам сбежать. Согласен. А, и скажи Лютику, чтобы перестал прятаться за домом. Иначе его кто-нибудь пристрелит. Нет. Так. Хочется скорее. А так, 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 подождите, а кто у нас? Когда это все закончится? Мы в ловушке. С одной стороны... Махакамские сейфы, спроектированные гномами-инженерами. Охраняющие заклятия уровня мастера. Закаленные в бою ветераны войны. 500-летний опыт. Это все обеспечивает твоим деньгам безопасность. Не верьте рекламе. Силы сравнялись. Нашлись поставщики оружия и продовольствия, соблазненные слухами о богатстве из ограбленного банка. Богатстве, которое люди ранее украли у Вивальди. За свободу лучше сражаться с полным брюхом и в хороших доспехах. Хорошо сказано. Да. Что дальше, Геральт? Бежать — это не выход. Вряд ли ты достигнешь цели, имея против себя и Орден Пылающей Розы, и нелюдей. Они меня не волнуют. Я только хочу спасти Альвина. Но если я уйду сейчас, может начаться резня. Ведьмак, это важное решение. Нет. Что мне делать? Мы должны вернуться в Изиму. Передай королю рыбаку, чтобы был готов. Увидимся на берегу.
Так. Я заберу Альвина. Я никому не позволю навредить ему. Этот малыш полюбил тебя как родного отца. Мы не убийцы детей. Возьми его. Так. Пойдешь с Лютиком, да? А я помогу эльфам. Смотри назад. Вот так вот. Ловушка! Атакуют! Ну давай. Альвин, нет! Да. Вот так. Победили? Если бы у тебя были яйца, ты бы когда это все закончится? Что за дыра? Когда это все закончится? Почему мы должны тухнуть тут? Я... Когда это все закончится? Понятно. Все, могу и бежать. Через забор ты не прыгаешь, ты же калич. Все, помогли. Теперь сваливаем, сваливаем. Вот сюда. Какое небо пасмурное, блин, как у меня сейчас. Дожди, дожди, мать его. Давай, бежи. Бежи. Давай, давай, давай. Бежу, но чувствую уже. Хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит. Падежей припомню только два. Если я не ошибаюсь, песня Высоцкого «Сумасшедший дом» называется. Что ты мне скажешь? Ведьмак! Что случилось? Чёртовы фанатики, ни грамма профессионализма! Они отстранили меня от командования. Ну? Как все прошло? Вечный огонь согревает души этих рыцарей. С тобой все? Я и не с такими ситуациями справлялась. Прощай. Давай. Тем не менее, я как джентльмен поинтересовался, все ли с ней хорошо. Геральт? У меня... Зацепки? С саламандрами не покончено. Азар Явет, маг, который напал на Каэр Мархен. Ни чародеев, ни чудовищ адских он не убоится. Что за бред? Отважно он идет вперед. Идем. Что-то я куда-то не туда приплыл, мне пойди на с отшельником поговорить. С отшельником, наверное, надо.
Где этот король-рыбак? Да твою мать, ты что, телепортируешься, что ли, скотина? Пока я плавал, куда-то убежал уже. Кто так делает? Так. Можно я... Ага. Прощай. Что? Так, лодку я у тебя взял. Может, мало ли, вдруг ты поедешь хотя бы со мной. Веч... Ты предал... Не думаю. По крайней мере, в отличие... Время покажет. Так. Должен теперь плыть в зиму. Бля. Лох. Что произошло? Альвин открыл портал и еще... Возвращаемся в Изиму. Может быть, Трис что-то знает. Что ж, в Изима так в Изима. В Изима. Итак, вот мы отправились наконец-то в Изиму. Блять, отплытие побыстрее надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Что творится? Туман, туманище. Скоро будем в Изиме. Хм, чувствуешь запах? Да, дым. Что-то горит. Тяжелый и душный, как будто деревня горит. Ну, может, деревню подожгли? Черт, смотри! Нахрен там город полыхает. Ну и ну, Геральт. Глазам своим не верю. Лютик, тебе уже пора привыкнуть к картинам войны. Их ты повидал немало. Я натура чувствительная. Я никогда не смогу привыкнуть к насилию и жестокости. К счастью, у нас, мутантов, натура... Ты как гончая... Отправляемся в старую... Лучше всего пройти через Изиму. Но на улицах до сих пор идут бои. Нам надо туда попасть. Ведьма! Ты... Я ни за что тебя не брошу. Но там может быть... Думаешь, я боюсь? Но что? Итак. Давайте-ка сохраним. Вот так вот. Болваны. Я знал, что раньше или позже ты вернешься. Привет, Винсент. Что? Я отвечаю за безопасность короля Родовида в Тимерии. Мы будем иметь бледный... Фольтест вернулся. Он в Старой Изиме. Мне нужно попасть в Старую Изиму. Да что происходит? У меня есть для тебя работа, Лютик. Подробности тебе расскажу позже. Вы тут что-то комбинируете? Винсент прав, я бы только мешал. Не мастак я с королями разговариваю. Отлично. Лютик, жди меня у королевского лагеря. Капитан Стражи, так, и что у нас здесь? Ага, солдат да арбалетчик. Удачи. Краснолюд. А, Геральт. С виду все. Тут тихо, как на войне. Трах-бах, и снова в тишине. Как это произошло? Интересно, что это было большей частью заслуга Ордена. Когда Орден начал убивать женщин и детей, даже самые мирные эльфы взбунтовались. Не знаю, кто ими руководит. Может быть, великий магистр хотел спросить. Слышал, что нелюдей собираются переселять. Что ты здесь делаешь? Нам нужно отбиться от рыцарей. А потом я выведу из Старой Изимы мирных жителей. Шани в Старой Изиме. Она организовала нечто вроде полевого госпиталя. Естественно. Так. Я обещал помочь проводить беженцев до лечебницы. Так. С
свободу эльфов! Вот так. Да ё-моё. На! И на! Вот так. На! Вот так. Давай еще немножечко. На! Ну, неплохо мы порубали. На! Так. Хватит! Ой-ой-ой. Сражайся! Вот так. И... Умри, негодяй! На! Чё, краснолюда-то загасили? Дальше ни шагу, ясно? Защищайся! Да, а нет, смотрите-ка. На. На. Хватит! Когда я закончу, тебя в задницу... Клянусь честью, еще шаг, и вам не поздоровится. Понятно. Что-то где-то у меня полетела бочка. Так, идем в старую Узиму. Глава 5. Государь, это безумие. Вам нельзя так собой рисковать. Подождите здесь до прихода подкреплений. Чушь, Велерат. Тут мой город. Столица моего королевства. Черт, я здесь правитель и не стану сидеть в кустах. Государь! Молчать. Ты сам знаешь, что докладами разведки можно подтирать задницу. Короля отобьется в таких-то доспехах. Смерть войны! Повешу тебя на твоих кишках. Неплохой маг. Спасены. Ты вернулся, король. Верю, что еще не поздно. Ты нужен нам. Короли не опаздывают. Государь, город горит. Улицы в крови наших подданных. Не время говорить.
Надо действовать! Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование и развяжи руки! Нет, только через мой труп. Об этом и речь. В другой раз я могу не успеть помочь. Я видел достаточно. Велерат, возвращаемся. Ну, спину-то не ударит. Он что здесь делает? Он влип. У него на это особый дар. Что с ним делать? Пойдет с нами. Как я уже сказал, нам нужно обсудить кое-что. Замок. Ну, давайте обсудим. Ведьмак из Ривии. Все верно. Я польщен, сир. Как ты, наверное, догадываешься, я тебя пригласил не для забавы. Скажу кратко. Хочу, чтобы ты расколдовал мою дочь. Я собрал всех, кто может тебе помочь. Деветта. Он был ее адъютантом последние полгода. Велерада, который знает Адду с детства. И Трис Меригольд. Ее обширные познания в магии и женская интуиция могут тебе пригодиться. Хм. Подумай об этом. Поговорим после. Как пожелаете, Ваше Величество. Да. А пока нашего внимания требуют другие неотложные дела. Я слушаю. Представь себе, что у тебя есть дом. И ты вернулся после охоты на кикимору, например. Только чтобы обнаружить, что твой дом превратился в бордель, охваченный пожаром. Потому как иначе это назвать нельзя. Ваше Высочество... Я не закончил. Те, кого ты оставил вместо себя, подвели тебя. Предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков, за который ты кровь проливал. Ты бы не разгневался? Ты бы не решил пролить новую кровь? Ваше Величество, ваш дом также служит убежищем для эльфов и кастрюльев, унаследованных от ваших предков. Ты прав. Пожары, резня и их рук дело. Но, может быть, вам стоит защитить нелюдей, пообещав им безопасность и рабство. Мы пошлем Велерада на переговоры. Он на эльфа похож. Может, они в него не будут стрелять? Конечно, король. Меня призывают срочные дела. Поговори с этим. Я не за... Мой слуга призовет тебя. У меня будет тебя, больше времени. У меня будет... Да. Я вас... Три. Не называй меня так. Кто-нибудь еще подумает, будто мы больше, чем просто знакомые. Я не могу быть другом тому... Я не знаю. Он телепортировался куда-то, несмотря... Ты и твой бездарный трубадур, словно безответственные малые дети. Трис. Я сказала, не называй меня так. Альвин может быть где угодно. Как ты думаешь... Что случилось с Альвином? Я и подумать не могла, что он сможет преодолеть блокаду Двимирита. Немногие чародеи способны. У него достаточно сил, чтобы телепортироваться куда угодно. Даже во время... Что ты думаешь? Она стрыга, Геральт. Мы оба знаем, что проклятия сами собой не насылают. Какие-нибудь версии... Когда ты снял проклятие в первый раз, ты велел принцессе постоянно носить ожерелье с инклюзом, а также приказал сжигать в ее покоях веточки можжевельника. Значит, кто-то подменил ожерелье и напортачился... Да. Кто-то из приближенных к ней людей, кому была известна этот... Мне стоит помогать, король? Да. В каком-то смысле я здесь политическая заключенная. Что за вопросы? Об этом можешь не беспокоиться. Трис, не надо. Ты сделал свой выбор? Пока. Понятно. Да здравствует Фольтест! Так, давай-ка вот с этим. А как тебе? Граф без титулов. Ладно. Ведьмак? Не боишься гнева короля Адевет? Откуда у тебя такая идея? Фольтест определенно гневается. Он наверняка говорил о крови изменников и... Король? Неудивительно. Однажды тебе хотя это чуть удалось. Не погиб. На Фольтест в молодости спал со своей сестрой.
Ребенок умер при рождении, но 7 лет рос в гробу и выходил только, чтобы поесть. Ты расколдовал, и повторное появление Стриги доказывает, что королевская династия проклята. Люди... Я понял, что мне надо снять проклятие. Надо, чтобы Стрыга не была бельмом на глаз... Практически нет шансов снять проклятие. Я слышал, за убийство Стрыги дают... Меня слухи не интересуют. А зря. Прощай. На золото меня хотел подбить. Привет. Я видел, что ты говорил с королем. Могло быть и хуже. Гера. А ты не боишься, Велерат? Король пока... На меня? Не знаю, но на твоем месте я бы следил за своими... Знаешь, Геральт... Я уже старый. Да и мало ли, что ты старый. Ну, блин, решение-то все равно мне потом принимать, король, я так понимаю. Король рассказал мне о Бадде. Ужасно. Ты предупреждал нас, что это... Посмотрим. Кажется, ты неплохо помнишь, что происходит... Конечно. Ты всю ночь от заката до рассвета провел в старой усадьбе. На рассвете мы вошли во дворец и увидели вас обоих на полу, рядом с саркофагом, в луже крови. Ты и... Кем? Это он наслал проклятие. Из ревности. Он был влюблен в сестру короля. Хм. Не знаю. В наши дни трупов на улицах больше, чем мух на навозной куче. Тебе известно, где Стрыга сп... Нет. Процесс снятия проклятия делается... Ты прав. Ты о чем? У тебя есть друзья среди нелюдей. Помоги Фольтесту, и он, возможно, пересмотрит свой указ о подрезании ушей и бород до установленного размера. Ясно. Геральт. Все, тихо. Закрывай дверь. Все понятненько. Про... Да, до свидания. Вот. Блин, ладно. Сохраняем. Нет, дождь на улице. Несомненно, это и... Король зовет. Наш государь, о, будет говорить. Я уже. Государь, вот все. Так, подождали. Придворные дамы. А я вот нашел твою обувь. Б. Поле. А где он? А, во, все, нашел я тебя. Ну, подожди, я занят. От меня тут мир зависит. Лучше не надо. Давай. Ведьмак. Ваше Величество. Мы разговариваем неофициально. Обойдемся без титулов. У тебя было время подумать. Отвечай. Можно снять проклятие с моей дочери? Скорее всего, да. Могло ли проклятие вернуться... Само по себе. Вряд ли. Кто-то снова его наложит. Если ты преуспеешь. Ее... Вряд ли. Она, скорее всего, вспомнит все, что происходило до ее превращения. Вряд ли. Скорее всего. Легче не становится. Я скажу прямо, Геральт. Делай, что можешь, чтобы снять проклятие. Если это не удастся, может... Спасибо, король. Не благодари меня. Если узнаешь, кто... Еще одно, ведьмак. Если ты преуспеешь, я исполню любое твое желание в пределах разумного. Но если ты провалишься... Я понимаю. Ну, все понятно. Ваше Величество, королевство гложет еще одна хворь. Какая? Саламандры. Моя дочь связалась с ними, дурочка. Твоей чести. Велерат говорит, что ты сильно сократил их число. Это и есть моя цель. И последнее. Так, я приказал следить за твоими действиями. Я приказал следить за твоими действиями. Ваше Величество. Это не просто нездоровое любопытство. Я хочу знать, зачем... Так. Шань.
Шани мой друг. Правда? Со своим другом Лютиком ты обращаешься иначе. Неважно. Я полагаю, она не представляет. Если захочешь выйти в Изиму, поговори с моим камергером. Так я и поступлю. Так, камергер. Все? Да! Так. Да! А где он находится-то? Вполне. Какая-то интрига. Заперто. Заперто. Аристократ. Может, или рад? Придворная дама Антуанет. Я, госпожа. Я очень плохо... А что? Нет, госпожа, только у меня. Ну, наверное, я что-то спутала. В любом случае... Чем я... Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Трильян. Мон дьё. Внутри... Они впали в немилость у короля? В некотором роде. Так, я стану посланцем за совершенно. У меня... Так, политические дрязги я не хочу. Интересно. До свидания. Что-то не понимаю. Охренеть. А, может, вот этот, который там ходил. Вот этот. Да. Так, я бы хотел вернуться в Изиму. Я бы хотел вернуться в Изиму. Вы готовы? Да. Да. А, вот, мне даже к двери не надо идти. Ну что ж. Да. Нехило мне тут придется сейчас. А так как приземлился-то? Супермен, что ли? Так, сохранить. Вот так. Вы ее высочество Стрыга. Мародер. А? Рассказывай. Хорошо, что ты здесь. Я уж было думал, что придется пробить. Я говорил с Фольтестом. Мне надо разрушить проклятие. И что ты намерен? Понятия не имею, где может быть Стрыга. Я тебе помогу. Отлично. Готов. Так. Да. Хоп. На. У тебя в заднице можно будет карету поставить. Вот так. Так, ворота к дамбе. Это я сомневаюсь, что мне, конечно, сюда. Так, мне не сюда. Без сомнения. Хрен там. Ну, давай пока сюда.
Правильно бежим. На. Вот так. Так, подожди. Где у меня тут? Так, вызывает предыдущую боль у раненого противника. На. И на. И еще немного. Ух ты! На! Ну, старый краснолюд мог бы помочь. Так, а мне не сюда? Куда мне тут? Ладно. Смотрим, куда нам. Так. Так, у меня есть бомба, подожди. Так, и вот это. Так. Так, подожди. Вот ты ее, что я мать. Вот так. Выход. Понятненько. Так.
Блин. Понятно. Так, а куда мне бежать-то? Хочется скорее в бой. Ё-моё. Да пошла оно всё. Чёрт, какой уродец. На них, на них. Так, понятненько. И что же так близко? Да пошла она вся. Хочу бабу. Блин. Ты на стороне ордена или нелюдей? Хотя мне все равно. Главное, не путайся у меня под ногами. Так. Ну-ка, может, ты меня проведешь? Терять время. Да блин, козлина ты. О, дверь в лечебницу. Контракты на призраков, нахрена мне. Это не могу понять. Приветствую. У меня есть для тебя. У меня всегда есть время. Я бы хотел. Знаменитые гномьи доспехи. Хм. Я понимаю, что. Ух ты. Доспехи графа Кобуса Руйтера как образец. Его похоронили на болотном кладбище. Как будешь там, загляни к магии. Будет сделан. Части изначальных доспехов ворона и некий инструмент. Какой инструмент? Бифункциональный рециркулятор сплавов. Я тебе скажу, где его найти. Хорошо. Ищи шахту, вход в которую закрыт магически. Хорошо. Великолепно. Бои. Меня защищают скоя. Понятно. Рыцарь. Понятно. Спасибо. Так. Нет, и доспехи ворона вообще пока нахрен не нужны. А вот как пройти-то, очень даже нужны. Битмакеев, на них! Битмакеев, на них! Битва в полевой штаб ордена, так я здесь был. Ясно? Защищайся! На! Дальше ни шагу, ясно? А то. Так. Да ё твою мать.
Как мне пройти-то? Так. Полевой госпиталь, полевой госпиталь, старый колодец. О. Баррикада. Ну-ка. Сюда пойду, что там? Кузница. О, лаборатория Кельштейна. Одинокая башня. Мне надо вот сюда пробраться. Ты же не прыгаешь. Так. И с этой тоже стороны заперто. Ну-ка сюда. Безделье утомляет меня. Да. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Так. Когда это все закончится? Когда? О! Черт! Они должны были быть здесь. Может быть, прячутся? Лучше бы им поторопиться. Рыцарь. Черт! Я слышу ругающегося краснолета. Невозможно, черт! Невозможно! Не тебя, Золото. Быстрее! Держитесь поближе ко мне, Эквин. Надо найти еще одну группу. Так, сохраним. Давай. А вот и... Вижу, пунктуальность не самая... Тише, Геральт. Мы должны дать условный сигнал. Мы встречаемся с зоологами? Именно. Рычит еще. Хватит. А то еще привлечешь сюда полярных тигриц. Вот они. Всем держаться вместе. Так. Ну давай. Куда мне надо? Ворота к дамбе? Нет. И еще разок. Ну забейте вы его. Хочешь убить? Давай. Хочешь умереть?
Защищайся! Все? И еще разок. Так, пойдем, пойдем. И убил. Окей. Тихотенец ордена. А они так бесконечно появляются. Забежали. Справились. Вот теперь о раненых позаботятся как следует. А ты знаешь легенду о ведьмаке Вороне и... А ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы выковать такие... Думаю, кузнец Краснолют из Старой Вызимы. Да я уже поговорил с ним. Привет, ведьма. Привет, Шани. Для тебя всегда есть. Я сначала поцелуй. Сейчас? Сейчас. Не делай вид, будто ты... Ой, и не только поцелуй. Как в старых американских фильмах. По полной. Мастер. Вы ведьмак? Да, в чем дело? Мастер Геральт, монстрица убивает людей! Что произошло? Стрыга появилась у башни! Меня послали за ведьмаком, пятерых солдат... Где эта башня? Ну, это та самая высокая башня, белки ее подожгли, не заблудит. Понятненько. Ну что ж, пойдем. К башне... На. На. Так, вон она, башня. Значит, вы уж справитесь. Не туда, а завернул. Ух ты! Мутант с мечом. Банк. Тебе кобзда, мутант. Наконец-то! Чудовище погибло. Что ты здесь делаешь? Говорили, солдаты пытаются стрыгу убить. Вот и мне захотелось взглянуть на знаменитую вызимскую принцессу Стрыгу. Но это же правда, была это не она. Стрыга. Все же очень интересный экземпляр. Успокойся, Калькштейн. Я заплачу солдатам, чтобы они отнесли останки в мою лабораторию. Постой-ка. Если это не Стрыга, то кто это?
Уж точно это не пузатый трактирщик. Плод алхимии, генетики, биологии. Как и я. Вроде того. Кажется, я знаю, кто за этим стоит. Солдаты сказали, оно появилось с кладбища на болотах. Слушай, я взял этот свиток, думая о стриге. Но тут... Саламандры позволяют себе жуткие вещи. Ускоренная мутация, эксперимент. И все это делается на основе, которые вы хранили годами. Хорошо, но как насчет... Если солдаты ошиблись... Я слышал слухи, что на болотах творит... Что за слухи? И... Говорят, у старой часовни найден чей-то труп. И 1.5 метра. Так... Теперь так. Ну что, поговорим с Шани в лечебнице. Пока бои идут. Что случилось? Ложная тревога. Помощь нужна? Не больше, чем... Позволь мне... Шани. Как будто... Ты все... О, Геральт, я так... Ну-ну. Где Альвин? Все не... Что это? Что... Опа. Ни хрена, молот в одной руке держит. Умри, негодяй. Вечный огонь! Смотрите, логово террористов! Вперед! Вы что, ослепли? Помощь белкам считается из... Ничего не забыть. Побереги свои дьявольские фокусы. А от меча ведьмака тоже? Убивайте нелюдей! А рыжеволосая сука нужна живая! Ну-ка, еще разок. На. Мы все умрем. Надежды нет. Попал. Так. Ну все вроде, да? Они хотели убить раненых. Я видал вещи. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Альвин, представления не имею, где его искать. Он может быть где угодно. Будем надеяться, что он... Шани. Я тоже. Так. Давай не... О чем это ты? Ты лучшая целительница в Изиме. Это не обязательно. Нет, это твой путь. Я не имею права сбивать тебя. Геральт, я не... Я тебя тоже. Но я не хочу... Обними меня, Геральт. Мы все умрем. Они напали на лечебницу. Надежды невероятно. Так. Как раз вовремя, ведьмак. Мы только хотели начать забаву. Я уже начал. Убирайся отсюда. Мы получили информацию о том, что террористы укрылись в старой ратуше. Не вмешивайся, ведьмак! Я уже вмешался. Повторяю, уйди! Мы арестуем эту эльфийскую стерву и очистим старую ратушу! Нет. Дерись с честью, колдун! Только сталь, никакой магии! Да сейчас. Секунду назад не вы знаете, шестеро хотели напасть на одну женщину. И вы говорите о чести. Убить их! Сражайся! Вот так. На. Сдавайся! В атаку!
Ну давай. И еще разок. Дай-ка я брошу. Где тут? Попасть не могу. Пощады не будет. Спасибо, ведьмак. Да не за что. Ты спас мне жизнь. Конечно. Пойдем, я знаю место, где можно спокойно поговорить. Пойдем. Подожди, только сохранюсь. Заходим. Мы должны отбить баррикады у Белой Рай. Это не так-то просто. Рыцари многих потеряли в последнем бою. Мне нужно... Наконец-то переды... Почему ты вернулась? Это так, но я не могла позволить своему народу погибнуть. Понятно. Я поняла, что не могу сбежать от войны. В чем дело? Да, я тут подумал. Ты думаешь, что... Невероятно. Да какого черта? Твое же... Вот. Вот тут война везде хреначится, а мы за старое. Как Джеймс Бонд нахрен, который всех соблазняет. Только я круче. Да, вот. Нормально. Что с ним? О, стоп. Какой-то свиток увидел. Так, открытки секретов ведьмака украдены. Так. Так, понятно. Мы это уже прочитали. Ты знаешь, почему вернулась Торувьель? Догадываюсь. Она вернулась, потому что ты сражался за нелюдей. Она сказала, что когда увидела, как ты сражаешься на их стороне, с тех пор, как она вернулась, он вырос как командир. Мы? Ты тоже... Да. Окончательное решение. Переломный момент. Я мог не вмешиваться. Нельзя же вечно сидеть верхом на заборе. Тогда в деревню Скоэтаэли появились новые силы. Я это видел в глазах Торувьель. Теперь даже старый Золтан Хивай говорит о надежде и победе. Даже он, Золтан Хивай. Давай прорвемся через баррикаду и очистим дорогу для беженцев. Вроде бы прочная. Есть мысли? Прямой удар! Гениально. Мы будем как полярные тигры, быстрые и без... А это разве не брать? Так, мне хоть куда надо-то?
Ворота к дамбе. О, баррикада. Все правильно. На! Что такое? Очищайся. Не просто было. Мы должны прорваться к ним. Вот так. Ой, так, а я не могу сохраниться, да? Что это? Отведай старого... До великого магистра! Давай. Подожди. И на. Всех победил. Хорошо, что вы здесь. Мы будем атаковать спереди. Ты говоришь как Золтан. Так, подожди, у меня вот есть такая штука. Так, обновление оружия, это... А или что это? А, на лезвие серебряного меча. Серебряного меча. А где просто на меч? Можно... Так. О, нет, не загрузить, сохранить мне надо. Так. Стараемся! Так, мне вот этот порошочек, пожалуйста, посыпьте. Будь здорова. И еще раз. Еще немного. Не будет. На. Растилась. О чем-то договариваться. Ну вот коварная стрела. Хренак ее.
Вышла бы замуж, растила бы детей. Черт! Вторая стрела попала в сердце. У нее не было... А говорили, у белой... Мы выбрались из этого ада. Твои друзья будут в порядке. Надо... Мне дважды повторить... Что ты делаешь? Ё-моё. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай. Оп. Орден пылающей розы. Ну вот он и маг. Растворил. Как будто бы в кислоте. Пылающая роза! Это... Где видео? Ведьмак, ты в порядке? Я жив. Ты прибыл как раз вовремя. Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Геральт из Ривии, как ты заметил. Ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах. Будь добр, объясни. Геральт из Ривии просит... Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дел. Ведьмак, нас рассудит только... У меня нет настроения разгадывать загадки. Извини меня. Старые люди бывают... И чем же я заслужил такой интерес со стороны? Мне нравится знать все, что происходит. Да, кстати. Ты не человек. Но долг каждого рыцаря помогать всякому. Красивые слова, но они странно звучат, когда вокруг слышны крики умирающих. Ошибаешься. Клятва ордена. Ты не можешь отрицать, что восстание нелюдей... Высима была построена на развалинах эльфийского города. А до эльфов тут жили гномы, а до них дикие животные. Ты имеешь в виду твой способ? Ты что-нибудь знаешь об орден? Орден — это идея. А наша цель — новый мир. Именно это представляет орден. И ты будешь решать, кто будет достоин чести жить в новом идеальном мире. Это твой выбор. Не смею задерживать. Ты оплатил свой долг. Не совсем понял. У нас нет времени. Ты... Конец отдыха! Стройся! Прощай. Что-то ни хрена я и не понял, конечно. Я отведу их в пещеру друидов. Будь осторожен. Дорога в старую Визиму, а мне зачем туда? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну, надеюсь, недолго мне осталось. Увидимся в следующем видео. Пока.